Ну вот, Володя, рисуем твое море. Вот тут, Володя, я по кораблю не могу немножечко понять. Тут вроде как пол должен начинаться, я так понимаю. Здесь какой-то черный треугольничек. Не пойму я, что это. Должно быть тут что-то, не должно. Или это палуба, судя по всему, уже начинается. Так, вот здесь у нас, сейчас я запишу, пишу. Тут у нас линия. Странно очень, смотри, у тебя такой интересный пейзаж. У тебя линия горизонта неровная, у тебя, куда отсвечивает полнолуние, луна, у тебя как будто горочка, а потом как бы уходит вниз туда. А здесь, наоборот, поднимается. Как-то очень, очень необычно. Надо записать, краски правильно положить. Линия горизонта, новолуние уходит влево. Ну вот, собственно. Ну вот, вроде как бы. Теперь будем пробуем это все. Это все теперь будем пробовать положить на краску. Египетского моря до Армянского Нагорья и Малого Кавказа. Многовековая
Такое еще как глубина океана, вот здесь как будто начинается, как будто вверх. Как-то очень интересно. Видишь, да? Очень интересно. Видел, я тебя отправила Куинджи. Ночь на Днепре. А это где ты? Как мы назовем картину, Володя? Ночь на Балтике? Или что, и как? Бесчисленное множество купцов, паломников и авантюристов скиталось от Средиземного моря до Индии по знаменитым торговым путям Анатолии. Эти восточные земли впитали по капле от всех существовавших здесь культур, ну вот, религий и традиций. Все, сейчас будем... Сейчас буду начинать. Благодаря удачному географическому вроде с кораблем определилась и не раз становилась ареной мировых исторических событий. Этих событий было так много, что кажется отдельной историей. Ну все, рисуем.